Излюбленное место отдыха муромлян – Окский парк – готов подарить незабываемые ощущения праздника горожанам как в дни школьных каникул, так и в саму новогоднюю ночь. Мы работаем все новогодние каникулы, начиная с 30 декабря по 8 января. Каждый день с 11 часов дня. Мы также работаем в новогоднюю ночь. Работают аттракционный круговой обзор и Емеля. В новогоднюю ночь мы работаем до 6 часов утра и всех ждем получить удовольствие от катания на аттракционах в новогоднюю ночь. Ну а самых маленьких горожан в рождественские праздники ожидает приятный сюрприз. Есть смысл в это время уговорить папу и маму прогуляться по Окскому парку. Мы проводим акцию 7 числа в Рождество для детей. Мы приглашаем детей до 10 лет. Они у нас катаются бесплатно на аттракционе «Круговой обзор». Приходите к нам, будем вам очень рады каждый день с 11 утра и до вечера, до 22 часов. План праздничных мероприятий давно утвержден. Окский парк ждет встречи со своими посетителями, чтобы вместе с ними, одной большой дружной семьей, отметить самый сказочный праздник года. Елена Петрова, Александр Барсуков, Муромский, Меридиан.